Всем здравствуйте! Продолжаем сборку деревянных часов от компании Rocker. И это будет третье по счету видео.
Собственно, вот и сбор, итог сборки третьей части. Был собран маятник. У него очень интересная система регулировки. Внутри тяжелая металлическая пластина. И регулируется она вот этим болтиком. У нее есть риски. Это будет их, наверное, сложно увидеть. Они практически не видны. Там, скажем так, золотая середина. Ну и, соответственно, если часы отстают или спешат, нужно либо поднять металлическую пластину, либо, наоборот, ее опустить. Она он прекрасно ходит внутри, но пришлось ее смазать парафином, чтобы она лучше двигалась. Собственно, такая система регулировки маятника очень удобна. И в настройке часов проблем не составит. Уже были поставлены три шестеренки. Ход очень легкий, просто вот буквально слегка пальцем проводишь там по шестеренкам. Они свободно двигаются, без зазора, без ничего. Не обошлось без эксцессов. Изначально вот эту шестеренку зубчатую с изогнутым зубом собрал неправильно, поэтому не мог ее поставить, пришлось пересобирать ее, что означает быть более внимательным. А в целом часы собираются очень легко. Некоторые моменты, конечно, да, приходится сажать на клей. Вот такой итог сборки третьей части. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, смотрите сборки, смотрите обзоры. До свидания.